Коммунистическая партия провела съезд, на котором обсуждались вопросы по внесению изменений в устав. В начале съезда председатель партии Станислав Кочев напомнил собравшимся о сегодняшней дате. Это знаменательная дата в истории всего советского народа. Минутой молчания почтили память всех, кто не вернулся с поля боя. Далее путем тайного голосования были избраны председатель Центрального комитета Коммунистической партии, заместитель председателя и члены бюро Центрального комитета. За внесение изменений в устав партии проголосовали все присутствующие единогласно. Нам придется проводить тогда или съезд, или заседание этого пленума, поскольку если мы свою кандидатуру будем выдвигать, мы должны выдвинуть съезд провести. Если будем поддерживать чью-то кандидатуру, то достаточно решения пленума. Но в Минюсте нам заявили, что опасности никакой нет в связи с проведением съезда. Ну, видимо, им больше известно о происходящих событиях, чем нам, и порекомендовали его не откладывать. Вот мы и решили сегодня, в этот памятный для многих, для всех советских людей день, провести вот этот наш съезд. Во время съезда были представлены отчеты о проделанной работе с 2018 по 2021 годы. Об итогах отчитались контрольно-ревизионная и мандатная комиссии. Присутствующие заслушали информацию о деятельности районных отделений партии. Было отмечено, что необходимо привлекать больше молодежи в Компартию. А также на съезде партии было вынесено решение, что отныне членские взносы будут добровольными и не фиксированными. Лена Газаева, Рауль Кочиев. Информационный выпуск сегодня.